Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм, костюм «Месяц ноябрь». Очень популярный костюмчик на сказку «12 месяцев». Наверняка смотрели все либо мультсериал, либо сказку «12 месяцев» в школе, в детском саду. Очень часто ставят данную сценку. Давайте посмотрим, как выглядит костюм месяца ноября. В нашем интернет-магазине вы сможете найти несколько вариантов данного костюмчика. Сегодня мы рассмотрим один из них. В товаре визитка интернет-магазина Grandstar.ru. И давайте посмотрим костюм месяц ноябрь. В комплект у нас входит вот такой вот головной убор в форме шапки. Здесь у нас пришиты листочки и грибочки. Посмотрите, какие красивые. Меховая опушка у нас здесь. Шапочка на подкладке. И внутри небольшая резинка, она тянется. То, что очень удобно, регулируется по голове ребенка. Вот такая вот шапочка. Далее в комплект у нас входит рубашечка, вот такая бежевого цвета рубашка из атласа с длинным рукавчиком. На конце рукавчики у нас идут на резиночке. Сзади рубашка у нас на завязках. Просто однотонная рубашка такого бежевого цвета. В комплект у нас входят помимо рубашки зеленые штаны, вот такие вот зелененькие штаны, темно-зеленого цвета. Штаны на резинке тянутся. Внизу у нас также идет резинка. Мягкий такой велюр. Такие вот штанишки. И в комплект поверх кофточки, рубашечки, у нас одевается вот такая вот жилетка. Обратите внимание, что жилетка в цвет шапки. И опушка такая же меховая. По краям жилеточки у нас на рукавах меховая, горлышко. И здесь, смотрите, у нас также пришиты листочки, грибочки. Грибочки разные. Вот внизу здесь у нас пришиты мухоморчики такие. Но они могут отличаться, грибочки, немножко. Так что, если что, смотрите, грибы могут быть разные. Снежинки здесь у нас нашиты. Просто обычная жилеточка. Внутри она у нас идет на подкладочке. Такая коричневая подкладка. Сзади жилеточка у нас просто однотонная коричневая. Вот так вот выглядит жилетка. Вот полностью набор. То есть это головной убор в форме шапки, жилетка, штанишки и кофточка. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.